В Самарском регионе действуют областные и муниципальные программы по временному трудоустройству школьников в свободное от учебы время. Работать могут подростки от 14 до 17 лет. Помогут найти рабочее место в молодежном центре «Самарский». Смотрите программу «Город ТЭС» 17 июля в 18:15. Гость в студии Ольга Петрухина, директор молодежного центра «Самарский».